Валютная пара евро-доллар торгуется на уровне 1,1271. Котировки пары торгуются ниже уровня скользящей средней с периодом 55. Это указывает на наличие медвежьей тенденции по паре евро-доллар. На данный момент котировки пары движутся вблизи средней границы полос индикатора Balena Bands. Евро-доллар прогноз Форекс на 30 ноября 2021 года. В рамках прогноза пары евро-доллар ожидается тест уровня 1,1310. Откуда стоит ожидать попытку продолжения падения пары евро-доллар и дальнейшего развития нисходящей тенденции? Целью такого движения выступает область вблизи уровня 1,1150. Консервативная область для продаж пары евро-доллар располагается вблизи верхней границы полос индикатора Balena Bands на уровне 1,1310. Отменной варианта продолжения падения пары евро-доллар станет пробой области верхней границы полос индикатора Balena Bands, а также скользящий средний с периодом 55 и закрытие котировок пары выше области 1,1450. Это укажет на смену текущей тенденции в пользу бычьей по евро-доллар. В случае пробоя нижней границы полос индикатора Balena Bands стоит ожидать ускорения падения. Евро-доллар прогноз Форекс на 30 ноября 2021 года предполагает тест уровня 1,1310. Далее ожидается продолжение падения в область ниже уровня 1,1150. Консервативная зона продажи находится вблизи области 1,1310. Отменой варианта падения пары евро-доллар выступит пробой уровня 1,1450. В этом случае стоит ожидать продолжения роста.